Поставка всей зенитно-ракетных комплексов С-300 должна обязательно осуществиться, потому что, во-первых, мы должны выполнять свои договора, иначе с нами просто никто не будет дело иметь. Во-вторых, это определенный доход в наш бюджет. Позиция США, она совершенно понятна, потому что С-300 — это такие зенитно-ракетные комплексы, которые позволяют сбивать абсолютно любые самолеты и довольно неподготовленным людям. И делают агрессию с воздуха и запуск баллистических ракет и ракет среднего радиуса действия невозможными по сирийской территории, хоть со стороны Израиля, хоть со стороны американских кораблей и так далее. Они очень сильно боятся этих С-300 и поэтому препятствуют. А наша задача — сохранить в Сирии мир и то государство, которое там сейчас существует. Поэтому поставка должна осуществиться.